вам. Из чего я должен тебя слушать? Ай, да ладно. Валера, привет. Я тебе ВК пишу, а ты не отвечаешь. Мы, короче, с челиками у ДБД новую мету нашли, и так. Я тебе хочу предложить на следующем стриме каком-то заколабиться. Как тебе идея, пидорас, ебаный кот? Осуждаю максимально, такие максимально осуждаю, осуждаю. Иди нахрен отсюда, черт галимый, максимально осуждаю такие высказывания, клоун галимый, максимально осуждаю. Максимально осуждаю такие высказывания. Просто клоун еще какой-то подставляет. Максимально осуждаем такие высказывания. Максимально осуждаем. А клоуны. Просто видите, нейросети до чего дошли. Просто даже подставляют людей. Максимально осуждаем такие высказывания. Максимально осуждаем и не поддерживаем клоуна. А что они в подвале делают? Теперь как у тебя вы... нету сотки, теперь только у меня две сотки, понимаешь? Из чего я должен тебя слушать? Ай, да ладно! Мое почтение, уважаемый, с вами падла. Иди нахрен отсюда, чертила галимая! Че это такое? Сука, блин! Че за хуйня? Это ты ксойня чисто, которая фотошоп. Да отъебись от меня! Ахуй тебе! Говноед! Ну реально говноед! А может все-таки... Осуждаю! А там даже не сказала полностью. Пожалуйста, переигрывай, а чисто программа даже переиграла. Жравон, профурсетка глупая, максимально, хотя программой пользоваться научись. Клоун максимально осудил, переосудил и засудил. Сам же еще и опозорился вдвойне. Клоун максимально осуждаю такие высказывания. Максимально осуждаю.